черного шоколада, я не люблю его. Все остальное нормально, туалетная бумага, да? А почему нет? Я этим пользуюсь еще, по бартеру выдадут. О, недавно... А, нет, так у меня много вариантов. Ну ладно, вспомню, скажу, что сразу пришло в голову. Недавно видел, с меня красивая ночь, с тебя красивая дочь. Как отмазаться от интервью в Мигзоне, что надо сказать? Нужно сделать серьезное лицо и сказать, не сейчас, пожалуйста. Что ты приготовишь дома из еды, если есть 10 минут покушать? Блин, у меня дома сейчас нет микроволновки, поэтому я только чай могу сделать по итогу. Я, по-моему, мне просили расписаться на руке, если я не ошибаюсь. Просто на руке. Ну, блин, сейчас, если честно, в голову ничего не придет, но глупые вопросы попадаются постоянно. На кого похож? Сейчас на домовенка Кузю, да? Ну, не знаю. Блин. Ну, пусть будет Дракула какой-нибудь. Блин, ну, наверное, у нас тут сложился очень классный компания вратарей. Как бы и Лунь, который уехал, и Дюпа, и Шуня. Мы очень тесно общаемся, постоянно проводим время вместе. Наверное, с ними я ближе всех общаюсь. Если честно, никому. Вообще, мне непонятно, для чего фотографироваться. Как бы у меня есть там какие-то... Делал раньше фотографии там, по-моему, с кем-то. Но и то я это не уверен в этом. Как бы... Ну и что с этого? Ну, увидел ты. Ну, на память, я думаю, что это того не стоит. А что-то я ничего не вспомню даже. То есть ты не с парашютом не прыгал, не разгонялся? Не, у меня был вариант прыгнуть с парашют в отпуске, но я так что-то подумал, что этого не стоит. Буду хранить эмоции для сезона. Ну, получается, женился. Самый экстремальный поступок мой. Ну, я много играл, потому что был момент, я играл в покер. Ну, и там турниры долго длятся, ну, часов 6, наверное, 7. Ну, дочь родилась. Фишка — это положительно или отрицательно? Положительно. Ну, наверное, блин, рост пусть будет. Пусть будет рост. Вот если брать поклонниц, они все говорят смех. А, улыбка. Ну, если честно, я себя неловко не помню, когда последний раз чувствовал. Но если, наверное, не знаю, описаться, может быть, тогда будет неловко. Над Евгеном сегодня, когда мы в баскетбол играли. Ну, блин, мне не нравится длинный отпуск, если я уже говорил, что... Все равно к концу, даже не к концу, к середине отпуска, когда ты понимаешь, что, в принципе, все обязательные дела у тебя закончились, ты такой думаешь, а когда там уже тренировка будет? Когда сбор? Вот, поэтому тяжело мне отдыхать, и месяц отдыха для меня, не знаю, будет ли отдыхом, или же будет каким-то томительным ожиданием нового сезона. Поэтому, ну, наверное, в любом случае, когда у меня есть время, я... Обожаю видеться со своими друзьями. Так получается, что мы живем в разных городах все, и мы редко можем собираться. Вот, и я счастлив и ловлю каждый момент, когда мы можем все вместе увидеться, посидеть, поболтать, как-то поразвлекаться. И я ценю эти моменты, и, наверное, это то, чего мне больше всего не хватает, потому что семья все-таки живет со мной. В одном городе живут родители, с ними я вижусь, а друзей, наверное, больше всего мне не хватает.